Ом, намасте. Рада приветствовать всех, кто смотрит сегодняшнюю лекцию и участвует в сегодняшних размышлениях на тему 24 аналитических медитаций, которые передал нам Гуру Дев. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как важность усмирения ума и отбрасывания эгоизма. В современном нам с вами мире усмирение ума не то, что является главной задачей каждого члена этого общества. Сама культура, сама парадигма нашей цивилизации сейчас направлена на удовлетворение в основном своих потребностей здесь и сейчас. И поэтому часто, когда мы слышим о важности усмирения ума, отбрасывания эгоизма, то мы можем испытывать некий дискомфорт. И эта тема может нам не совсем резонировать. Почему так происходит? Потому что пока мы сильно отождествлены со своими внутренними данными, со своими оболочками, со своим умом и считаем их собой. Поэтому такой дискомфорт может нами быть испытан, так как, конечно, никому не хочется усмирять самого себя. Однако по мере практики, когда мы больше и глубже уже входим в осознанность, и у нас появляется вивека, развлечение между истинным собой и нашим умом, то мы открываем важность этой практики, важность усмирения ума и отбрасывания эгоизма. И действительно понимаем, что это один из главных ключей к освобождению. Попробуем сегодня поглубже поразмышлять над этой темой и разобраться с ней. Начнем мы с гуру-йоги, с призыванием благословения святых и божеств традиции. В священных текстах об этой теме говорится так. Глупость и невежество – единственные источники всех страданий в этом мире. Что-либо создается только из-за непонимания и невежества. Несмотря на знание этого, действительно удивительно видеть, как нереальная фальшивая несущность усиливается живыми существами. Йога Васиштха. Наслоение должно быть вначале размочено струей пара обуздания ума, а затем тщательно очищено острой замеской исследования. После этого нужно поворачивать закрытый крепеж с находящимся внутри кристаллом кварца, а именно умом, очищенным вышеупомянутым способом, на шлифовальном колесе бдительного осознавания и, наконец, открыть крышку крепежа рычагом проницательности. И вдруг драгоценный камень, который был заключен внутри, теперь обретен, цель достигнута. Аватхута Дататрея. Читта Вритти Ниродха говорит Патанджали во второй строфе своего труда, известного как Йога-сутра Патанджали. И в принципе этой теме посвящен весь его труд, теме обуздания и усмирения ума. Наш драгоценный мастер Садхгуру Свами Вишнутовананда Гири так говорит. Выслушай же учение, наставление о превосходной пропати йоги, устраняющей миллион заблуждений и прямо ведущей к освобождению. Тот, кто ее практикует, может достичь истинного просветления, даже не медитируя, не занимаясь пранаямой. Ибо что толка усердно делать пранаяму, если эго не усмирено? Пойми,
эгоистичный ум, привязанный к себе, корень всех зол и источник страданий, крепко привязывающий к колесу сансары. А потому, не мешкая, следует усмирить этого самого большого злого духа – эго. Словно взбесившийся слон, словно разъяренный тигр, этот злой демон приносит много страданий. Когда же он усмиряется, он подобен драгоценному волшебному камню богов, приносящему великие блага, счастье и свободу. Истинная садхана – отсечение эго. Истинная йога – усмирение себелюбивого ума. Истинная саньяса – оставление привязанности к себе. Воистину счастлив тот удачливый йог, кто умеет обуздать свой ум, обретя при этом полную свободу. И рассматриваемая нами тема звучит как важность усмирения ума. Важность, слово «варность» подчеркивает приоритетность и необходимость этой садханы. Слово «усмирение» в словарях различных толкуется примерно одинаково. Это покорение, смирение, успокоение. И второе – это переподчинение воли. В аспекте духовной практики это подчинение божественной воле. С позиции духовного пути усмирение также может быть понято нами как очищение, очищение от клеш, устранение неведения, освобождение, распознавание иллюзорной и пустотной природы, введение ума в круг этических и самайных правил, перенаправление к свету Атмана, распознавание ясного света, обретение чистого видения, привнесение сатви бхавы, обретение естественного состояния, перевоспитание ума. Слово «ум» в ведической традиции – это довольно всеохватывающее понятие. Это наш внутренний инструмент, антахкарана, или же наше тонкое тело. Оно состоит из нескольких частей, таких как манас – понятийный ум, будхи – интуитивное осознавание, аханкара – это именно наше отождествление с «я», и наше понимание себя как себя. Чита, память, все, что накоплено нами с прошлых жизней, все самскары и васаны, и чайтанья, поток сознания. И мы немножко подробнее их рассмотрим, чтобы понять, разобраться, из чего состоит наше тонкое тело, и превзойти, скажем так, все эти составляющие части. С одной стороны, превзойти, с другой стороны, объединить их в едином потоке осознавания. Итак, манас. Манас – это понятийный логический ум, которым мы с вами оперируем в обычной жизни. Можно сказать, что это наша операционная система, которая позволяет нам функционировать в этом мире. Манас не имеет собственного света, и он существует благодаря тому, что есть будхи, и будхи руководит манасом. Он оценивает плохо, хорошо, правильно, неправильно, полезно, неполезно, черное, белое. То есть он как бы работает в двоичной системе координат. И если мы этой системе сильно подвержены, то мы, конечно, обусловлены. И у нас нет гибкости в обычной жизни, мы очень сильно делим жизнь, реальность, бытие на плохое и хорошее. Основные функции манаса – это манана, непрерывное размышление, санкальпа, удержание заданного вектора направления развития сознания, и викальпа – отвлечение. Далее будхи. Будхи – это наш интуитивный разум, который определяет вектор развития нашей жизни, наши смыслы, цели, ценности.
выстраивает стратегию нашего бытия. У Будхи есть свои некоторые функции. Например, это вивека, различающая мудрость, вайрагья, отрешение и бесстрастие, сантоша, удовлетворенность, потому что когда мы становимся ближе к нашему истинному я, то душа становится всегда удовлетворенной и счастливой, кшама, всеприятие и терпение, и шанти, покой, мир, гармония. Затем идет ахамкара. Ахамкара – это наше внутреннее чувство личности. Это как некий клей, который склеивает все части нашего сознания в единую сущность. Это представление нас как о себе, как о целостной личности. Отдельной личности, которая существует, имеет свое собственное мнение, свою собственную гордость и так далее. Ее функции – это гордость, абхимана, и присвоение всего себе. Например, счастье и несчастье принадлежат мне, вещи принадлежат мне, там состояния принадлежат мне. То есть благодаря ахамкаре мы делим мир на наше и не наше, на мое, принадлежащее мне, и какое-то чужое, ненужное мне, не принадлежащее мне, и из-за этого обуславливаемся и отождествляемся. Следующий инструмент, следующая часть инструмента внутреннего – это чита, это наша память. Можно уподобить это фотоархиву, где хранятся все фотографии наших с вами прожитых жизней. Это отпечатки, самскары, васаны, которые есть в нашем подсознании. Они полностью, особенно до того, как мы начали практиковать осознанность, определяют нашу судьбу. Все наши сегодняшние оценки – это то, что когда-то было нами усвоено, запомнено, и теперь это очень окрашивает нашу жизнь. Поэтому наша задача – это очистить читу сначала до сатвагуны и затем превзойти ее. Основные функции читы – это смрити – память, и дхрити – устойчивость. А следующая часть нашего тонкого тела – это чайтанья. Это внутренний, самоосознающий поток сознания. Это уже свет атмана. Скажем так, это наше раскрывающееся бытие. Примерно так святые ведантической традиции определяют наше тонкое тело. Еще раз, это манас, будхи, ахамкара, чита и чайтанья. И процесс усмирения ума, очищения эго происходит примерно так. Сначала посредством медитации и концентрации усмиряется манас, понятийный, мечущийся ум. И когда он усмиряется, нам открывается будхи, интуитивное сознание, удовлетворенное интуитивное сознание. А затем будхи проникает в читу и очищает наши какие-то подсознательные импульсы, благодаря чему мы выходим на новый уровень осознанности. И наше читание, наше сознание, осознанность, осознавание пробуждаются. И затем аханкара, эго, она начинает сдавать свои позиции, и мы уже больше отождествляемся не с аханкарой, эго, а с божественным началом, божественной сущностью, сутью, которая в каждом из нас есть. Таким образом, мы видим, что в ведической традиции под умом понимается все наше тонкое тело, весь внутренний инструмент, а не только понятийный ум. Поэтому, когда говорится об усмирении ума,
Нам нужно понять, что имеется в виду не просто приостановить ум, остановить мысли, а усмирить ум – это значит полностью очистить наше тонкое тело от всех различных васан и самскар, которые были накоплены нами с вами в прошлых жизнях. Поэтому довольно такой всеобъятный и очень мощный и длительный процесс очищения васан и самскар, вплоть до растворения их полного и до обретения высшего освобождения. У процесса усмирения ума есть несколько стадий. Ведическая традиция описывает их следующим образом. Даже не только ведическая, а ведантическая. Первое – это маналая. Это некий опыт остановки ума и получения расы, то есть вкуса, осознанности, высшего «я», переживание божественного, встречи с источником. Когда наш ум на какое-то время приостанавливается, и мы входим в глубокий уровень осознанности. Второе – это викальпакшая. Викальпакшая – это процесс очищения викальп, наших понятий и концепций. Затем идет мана наша. Когда наше сознание утончается, мы начинаем уже отделяться от грубых слоев сознания и входить более глубоко в осознанность. Затем идет васанакшая. Это уже более глубокий процесс, чем викальпакшая. Это очищение не только концепций, но и глубоких самскар нашего тела, самскар и васан. И после того, как все различные самскары и васаны, то есть отпечатки в нашем тонком теле очищены, наступает бодхи. Это просветление. Также процесс усмирения ума связан с переходом по семи землям мудрости, семи джняна-пумикам. И об этом процессе мы и поговорим во второй части наших размышлений, во второй части лекции.